Стройки века из Демидов парка не вышло. Из 15 объектов сроки сгорели у первой же многоэтажки. Ее не могут сдать уже 3 года. Имя парка стало нарицательным и для горожан, и для строителей. Тяжелый дом. Очень. Что за кем-то что-то доделали. Ну, много нюансов, конечно. Да? Победим мы его. Постоянными возвращениями к пройденным работам здесь и объясняют медленное завершение стройки. В первом подъезде еще устанавливают сантехнику, клеят обои, а его должны были заселить в конце прошлого года. Квартира Александра в 4-м подъезде, но следит он за всеми этапами. И говорит, будущие жильцы рады новости об экскурсии, правда, попасть на нее почему-то можно по записи, а это удается не всем. У нас есть между собой как бы диалог, да, с дольщиками. И пишет, что звоню целый день, не берет трубку. Я не знаю, может быть, это просто особо активных он уже в какой-нибудь там на беззвучный поставил или еще что-нибудь. Потому что ему часто же звонят по любому поводу. Нам тоже не удалось дозвониться. А между тем, именно в рамках такого осмотра застройщику можно сразу вынести замечание. Даже если люди смогут записаться на экскурсию, пройдет она только для жильцов первого подъезда. Это 77 жилых помещений. А всего квартир в доме 765. О перспективах остальных говорят просто. Сдадим в этом году. Второй и третий подъезд обещают сдать в феврале, в конце марта остальные, но это в планах. Сдачу первого подъезда может затянуть и еще один факт – ремонт. Как минимум 20 дольщиков, по словам Александра, заплатили за квартиры с ремонтом. Его в доме сейчас нет, утверждает мужчина. И вопрос о компенсации не поднимался. Осмотр квартир Демидов парка назначен на 4 февраля. В теории заселение происходит через несколько дней. А вот что будет на практике – вопрос открыт. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.